Ставкин разбор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Всем привет, с вами Аурум, и я уже неоднократно снимал видосы, где чувак собирал все супермагические, все легендарные. Да блин, на этот счет уже были все возможные видосы. Но так, чтобы чувак, один чувак, собрал 8 супермагических и 2 легендарных, такого у нас еще не было. Причем этот тип, он вообще реален, да, то есть такие люди бывают, существуют, и я короче, не понимаю. Да, точнее как, давайте я вам объясню, в чем суть. В общем, вот один аккаунт этого чувака, на нем, как вы видите, собраны из глобала 3 супермагических, один легендарный. Если мы нажимаем на квесты, здесь еще один супермагический. И у него есть такой же аккаунт, давайте на него телепортанемся, я вам покажу. Вот второй аккаунт, 11-й, заметьте, уровень, тоже Дима Диаманд, Диаманд, я понял, ну, чувака, по судя по всему, зовут Дима, и он вот таким вот образом разные ники набирает. Здесь хронология другая, но суть в том, что эти два аккаунта принадлежат одному человеку, и этот человек целый год собирал коллекцию этих невероятных сундуков, за что ему отдельный респект и уважуха. Ребята, я очень сильно рассчитываю сейчас на ваши лайки, потому как... Ну целый год такой хренью заниматься, это просто жесть. В квестах тоже мы видим супер магический сундучок. А, я на него кликнул. Я хотел нажать закрыть. Ладно, в принципе, в любом случае мы будем их открывать. Поэтому погнали. Единственный момент, что я не знаю, что же он собирает. Но чувак целый год собирал ради того, чтобы я это вместил в 5-минутный или там 10-минутный видосик. Погнали, золото. А, подрывник, у меня даже чуть-чуть почему-то подбагивают. Разбойники, мне очень сильно нужны разбойники на основном аккаунте. Королевский гигант, не понимаю, почему багает. Огненные духи, ну как-то медленно, нет? Оба! И легендарная карточка. Почему так медленно? Что-то пошло не так явно. Ну реально медленно, вы не находите? Главное, чтобы это все записалось. Спарки, смотрим. Да, блядь, быстрее, это что за херня? Спарки, второй уровень, хорошо. И как будто на какое-то, знаете, типа замедленное действие какое-то, что ли. Так, надеюсь, так будет быстрее. Просто рили не понимаю, что за херня. А, банда гоблинов, окей. Или может это в игре, или что, я не знаю. Но как-то все довольно медленно. Может, у вас будет нормально. И мы заодно золотой сундучок получаем. Разбойники быстренько прокликиваем. Еще тут, например, нажмем собрать. И сборщик и даже 2 гемасика было. Хорошо. Дальше. Теперь что нам нужно посмотреть? Нам нужно, во-первых, бандитка в магазине. А во-вторых, колода с бревном. То есть вот мы видим, 2 легендарочки есть в колоде. И все легендарные карты выбиты на этом аккаунте. То есть помимо того, что он сам собрал эту невероятную коллекцию, у него еще и выбиты абсолютно все леги. Это круто. Поэтому давайте интригу держать не будем. Достанем здесь легендарную карту сходу. Бревно! Бревно есть у него в колоде, это неплохо. На один шажочек он ближе теперь к 3-му уровню бревна. Супермагические, считаем, значит, 4 эпика было. Рарка. И вот сейчас эпики будет лего. Да, детка, гигантский скелет в размере 23 штук. И сейчас мы смотрим легендарную карточку у нас. Что? Спарки. Не особо такая тема, тем более мы уже ее выбили. 3-й уровень становится спарки, но лучше бы бревно стало 3-м уровнем. Надгробье, мушкетик, хорошо, летучка, орда миньонов, яд. И сейчас, если эпик, то будет опять лего. Да, блин, ну, с этих сундуков просто не могут падать ни леги, потому что целый год собирать на 2 аккаунтах. На 2 аккаунтах один чувак собирал это все. Громовержец тоже на один шажочек ближе к... Почему я так говорю? Шажочек. Шажочек. Не могу выговорить слово шажочек, поэтому так начал разговаривать. И что-то не помогает ничего. Золото. Огненные духи. Сорян, ребят, за минутку юмора. Башня-бомбежка. Отлично. Гигантский скелет. И если сейчас будет эпик, то... Со всех сундуков лего! Со всех просто лего!
Дровосек. Так очень сильно хотелось выбить здесь бревнишко, но и на этом, в общем-то, спасибо. Как на двух аккаунтах собирать эти сундуки, я себе не представляю, но если вдруг... Кстати, очень хорошая тема. Знаете, какая тема есть? Я вам сейчас минутку отвлечемся. Ребят, я знаю, что многие играют не на одном аккаунте, да? У многих людей несколько аккаунтов. Если у вас больше, скажем, 5 аков, да, обязательно напишите моему помощнику Кириллу Антонову, ссылку на него найдете в группе ВК Аурум ТВ. Давайте найдем чувака, у которого самое большое количество аккаунтов. Многие из вас, наверное, помнят видос, который называется, можете поискать у меня на канале, называется «Человек-оркестр». Там у чувака, правда, это была игра Clash of Clans, было такое большое количество аков, что я даже уже сейчас не помню, но у него целый клан своих аккаунтов был. То есть, представьте, я уверен, что, возможно, в Clash Royale тоже такие люди есть, поэтому если у вас дохера аккаунтов, пишите Кириллу Антонову, и если у вас будет больше аккаунтов, чем у всех остальных написавших, то о вас точно выйдет видос. Гоу на следующий акт. 10 уровень, в свою очередь, сразу смотрим на леги. Если у него тоже все леги, я просто Опа, вот тут уже все более интересное. Во-первых, акт 10 уровня. То есть, чем ниже акт, тем больше мне нравится на нем открывать сундуки. Дальше, по поводу легендарных карт. Не найдены принцесса, дровосек, легендарный дракон и недолучник. Ну, точнее, магический лучник, ну, вы поняли. А что он юзает? Что он юзает? Колода у него, значит, мега-рыцарь, бревнишко. Да, разными картами абсолютно он играет. Любые карты ему, короче, пригодятся. Но в первую очередь, конечно же, хочется выбить тех карт, те карты, точнее, которых у него здесь нет. И вот, собственно, начнем мы, пожалуй, с эпического сундука за 10 тысяч голды. Я думаю, он разрешит нам открыть это дело, раз уж есть тут эпический сундучок. Тем более, эпические карты ему тоже очень-очень сильно нужны. Дальше. Начнем с супермагического. Как здесь, на фарт откроем сначала супермагический с квестов. Напомню, на прошлом аккаунте у нас во всех супермагических сундуках было по легендарке. Почему-то опять очень медленно, какая-то очень медленная анимация. То ли у меня процессор на планшете глючит, то ли я и понимаю, что это прям... Вот сборщик эликсира... повозка с пушкой. Вышибала эпическая карта и легендарочка. Да, детка, тоже так долго крутится, что я сейчас, блядь, усну. Да докрутись ты уже, спарки, я вижу. А, нет, электромаг. Ну, практически та же спарки, только на двух ногах. Как-то, блин, не понимаю, почему, что за... По-моему, баг какой-то, чего так долго-то? Электромаг, хорошо. Дальше, взять награду, взять... Ух ты, что ж так долго поднимаешься, братюня? Фух, меня прям... Фух, я аж вспотел от этого, это очень долго. Так, золотой сундук. Сейчас еще, если здесь легу выбьем, вот это будет норм. Так. Ну, конечно, да, размечтался. Аурум размечтался. Собрать, но до магического мы ясенпи не докрутим никак. А следующий супермагический сундучок. В каждом из них должна быть лего, да? В каждом. Так. Окей, 9. Окей, и эпик. Да! Легендарушка моя маленькая. Не, вот раньше, конечно, было меньше лего в супермагических. Сейчас больше. И это кладбище, ребят. Но, опять же, у него есть... Это карта на его аккаунте. Поэтому надо что-то новенькое. Надо срочно что-то новенькое. Но не буду гневить бога, как говорится, потому что может и не быть вообще леги. Эпик. Опа, лего вторая с конца. Шикардос. Шикардос, кручу, верчу, обмануть хочу. И это дровосек. Дровосека вроде бы не было, да? Да, дровосек у нас новая карта. Как я захотел, так и получилось. Суперски. Последний супермагический сундучок на этом маке. Огненные духи. Фух. Прикиньте, если во всех 8 будет лего. Давай, эпик, детка, давай. Да, голем.
Слушайте, может, реально сейчас падают со всех смс? Я, может, отстал от времени давненько. О, Шахтер. Норм. Нормич, мой любимый маленький шахтерчик. Я, может, отстал от жизни уже, да? Потому что я давненько не открывал супермагические. И тут прям леги падают со всех их. Но я помню, что раньше это было точно, не точно. А как сейчас, хрен знает. Ну что ж, последний сундук на этих двух аккаунтах. Это легендарный сундук. Очень сильно хочется выбить новую легендарную карту. И получится ли у нас? Гонча не не получилось, блять. Но, в принципе, адская гонча тоже довольно неплохо. Это такая вот узконаправленная карта. Ребят, сегодня было открытие на двух аккаунтах одного человека, который год собирал эти сундуки специально для того, чтобы я их открыл на видео буквально за эти 10 минут. Поэтому не поскупитесь поставить этому видосу лайк, поделитесь видосом с друзьями. С вами был Аурум. Напоминаю, да, еще раз давайте напомню, если вдруг среди вас или у ваших знакомых есть, короче, чувак, который играет на куче аккаунтов, обязательно пишите Кириллу Антонову, предоставляйте доказательства, и, возможно, он или вы попадете в видос. С вами был Аурум, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, ребят!